что фермер, не пишите фигню. А тут вот это... Ну, еще. Тут как... Откуда ты знаешь, как завтра, что завтра будет, Давид? Вдруг ты, блин, через полгода женишься? Кто же знает? Мне 30. А чем вы занимаетесь, кофе? Ну ладно, еще случаи, когда там карьерой занимались, там спортсмены обычно, да, футболисты всякие. Давай, и с вами программа «Давай поженимся». Да, все возможно. Конечно, это не вопрос. А что это, если не вопрос? Привет, Мурат. Как дела? А мужик после 30 только хорошает. Женщина после 30 тоже только хорошает. Откуда будешь? Я со Станы, Мурат. Мне еще 40 нет, но у меня дефицита женского внимания нет. Ой. Короче, работайте, и тогда у вас никогда не будет дефицита внимания. Всем нужны денежки. А вы не женат еще, фермер? Да. Маечка под цвет кресла. Да. Такая я сегодня нарядная. А вы мне даже, блин, эти не дарите шляпки. Спасибо, Нурсултан. Мне так говорят постоянно. Питон 19 сантиметров теперь с нами. Здравствуйте, питон. Очень красиво. Когда работаешь, внимание бывает, не надо. Не тяжело с ними, с такими формами. У меня не прям большие формы, чтобы с ними было тяжело. Внимание бывает, не надо. Не тяжело с ними, с такими формами. У меня не прям большие формы, чтобы с ними было тяжело. У меня все очень аккуратно. Тебе сколько лет, если не секрет? 24. Приехал к вам в гости из Москвы. Кстати, я Леонид сама не знаю. Почему-то все пишут «ищу мужа». Но это прикол, я думаю, это просто байт на комменты. А я, кстати, у меня так не написано, что я ищу мужа. Только скулами больше. У меня нету дефицита. Так нет, фермер, я вас хорошо поняла. Просто я говорю, вы не женат еще? Что кушать? Я не готовила сегодня. Сегодня я заказывала. Нет, почему не женат? Почему не женат, я сказала. Развелся. Что тут? Давид, сидим, болтаем, разговариваем. Пожалуйста, не предлагайте гостевые, я не принимаю гостевые. Зашел, а ты ругаешься. Да я тут ругаюсь, почему вы не женаты, блин, все. Давай. Тебя ждут. Привет, где кот? В другой комнате. Замуж выйдешь, обязательно выйду когда-нибудь. Улыбнись. Все будет. Зашибись. Че, парни знакомятся? Да никто с вами не знакомится. Мне 24, Мурат. Not Russia. I'm from Kazakhstan. Как не знакомиться. Хосеро Руиз. Я надеюсь, что я когда выйду замуж, я очень редко буду готовить, просто по желанию. Так у нас будет помощница. Как не знакомиться. Уже познакомились. Если украдут, я когда такое практикуется. Я не останусь в семье,
если меня украдут, ни за что, серьезно. Питон, да, что не заходит в ваше сообщение. Не ходите, не хочу, ходите детей, семью, я тебя люблю. Даже этот, есть вот эта фигня, типа... Перешагни, если, типа, хочешь уйти, там, бабушку перешагнуть надо. Перешагнула бы. Нифига себе, блин. Если бы меня украли. Даже если бы это был парень, с которым мы знакомы, ну нахер. Это вообще колхоз. В современном мире так не делается. Ты бы перепрыгнула, да. Вообще не раздумывая, если честно. Что, казашка? Нет, я не казашка. Вообще говорю, если меня украдут. Алибек, спасибо.